среди моих качеств есть одно, которое называется занудство. Я не знаю, оно положительное или отрицательное. Неважно, оно есть. Я не могу, вот пока не поковыряю несколько сотен таких разных. Причем нахожу в себе силы послушать и тех, и этих. Большинство из вас, из нас, не хочет слушать, особенно оголтелую критику. Действительно, что это я буду ее слушать? А, к сожалению, вот мне приходится. Я исторически еще занимаюсь, так сказать, аналитическими исследованиями, они предполагают выслушивать все стороны. Ну, сразу скажу, что, так сказать, движение вокруг воды, это вот вихревые теплогенераторы, невозможно чего-то объяснить, если не понять, что здесь новая физика и химия воды. А может и философия, а может и мысль. Попытка решить ее там сюда налил, оттуда вынул, здесь именно так и происходит, что выходит всякого рода несистемность. Вот опять, мягче не скажешь. Несистемность. Перескочить, можно мне стаканчик водички? Я разволновался. Нет, я обещал не ругаться. Про воду начали говорить? Ну, я когда... Для меня вода это что-то вроде, знаете, ну... Божественная ситуация. Он тут проверил, это хорошо. Да, я уже сейчас агрегат поставил. Расскажу, я уже кое-что у вас тут понаизмерял. Ух ты. Хочешь с газом, хочешь без газа. Но если будет желание, я просто расскажу историю с водой, как она сейчас выглядит, что такое структурированная вода, что такое наноструктура в воде, ну и так далее. Ну, это уже в зависимости от регламента, и может быть это... Я-то, честно говоря, планировал здесь тихонечко посидеть сбоку и просто послушать. А может быть что-нибудь натворить, ну, может быть, последний день-два, когда мы поговорим о философии. Я надеюсь, силы у кого-то еще останутся, и возможности тоже. Это 28-29. 29-30. Поэтому давайте сладкое не будем тут как-то сразу вынимать. Я попробую не отойти от темы. Значит, а в сладкое специально поговорим о воде, о философии воды. А самое главное, что, может быть, вам будет интересно, мне удалось сделать... Ну, как по-старому сказали, библиографию, ну, которая содержит уже миллионы всего. Вот, и не только наших. Большая часть работы получена в Индии, как так спокойнее. И не так, и не там. Самые последние данные получены в январе-феврале этого года в Гималаях, в ашрамах джайнов. Кто знает, такие джайны? Это Джавахарлал Неру, Ганди, это миллионный слой населения Великой Индии, который отвечает за новую идеологию и которая объявила главные приоритетные программы работ на ближайшие 3-5-10 лет. И вот это я буду рассказывать с подробностями, которые будут. Ну там на первом месте вода. Да, если говорить о земных делах инженерных. Я все время говорю, я инженер, давай ко мне что-нибудь инженерное. Вот, вот так. Так вот, дальше случилась такая интересная и очень важная история. Все-таки, что же делать нам с вихревыми теплогенераторами? Я призываю всех найти в себе, не знаю, как это называется, терпение и присматриваться и делать разного рода агрегаты здесь. На экстремальные точки зрения, типа это холодный термояд там, или еще какие-то вещи, тоже найти терпение и записывать на полях, записывать. Значит, я сейчас скажу такую вот вещь. Настоящим лидером этих работ по-прежнему является тот, кто их изобрел. И неважно, как мы к нему относимся, каждый из нас. Потом он нашел себе сейчас зонтик, очень интересный зонтик. Он ни много ни мало, как он сотрудник железнодорожных военных войск. И институт железнодорожных войск, или как он там называется, железнодорожные войска по-старому, сейчас они как-то именуются.
Он имеет свой институт, имеет свою армию. Так вот, Потапов уже лет 5-8 обеспечивает эту огромную серьезную компанию всеми видами агрегатов по отоплению, включая спецпоезда, полустанки и много-много чего еще. Самое главное, что там в рамках института, научно-исследовательского института железнодорожного, но не транспорта, а вот военных железнодорожных строителей, он имеет кафедры, они крупулезно работают. Значит, я беседовал с генерал-лейтенантом, тот сказал, да, не лезьте, мы вполне счастливы. У нас все дрезины, все там эти агрегаты оборудованы источником тепла. Больше того, они, ну, на мой язык инженерный, они поступили в высшей степени грамотно. Им наплевать на мою оценку, но просто вот в высшей степени грамотно, потому что грамотно сформулировано техническое задание. Чего хотят от этих генераторов? Вот Сергей Васильевич прав, я нигде не встречал вопросов там сверхвысокого КПД или там что-то. Но целый ряд надежных и важных инженерным и эвакуационным и денежным отношении вещей там присутствует. Резервные источники тепла, безусловно, безусловно. Где-то резервные источники тепла – это жизнь, в частности, в этих войсках. Ну и так далее. Да, привод далеко не всегда электрический. Привод на эту помпу. Значит, и такие агрегаты делаются. Отдельно ведутся работы, которые трудно назвать, я даже не знаю, их называют квантовые электростанции, но если КПД такого контура больше 400%, то он замыкается, становится вечно гибким. Но все понимают, о чем идет речь, это может быть. Значит, на пальцах ситуация такая. Лет 20 назад обратили внимание, что если воду закрутить, а потом остановить, то тепла выделится больше, чем энергия, потраченная на закрутку. Понятно? Это называется вихревые теплогенераторы. А в быту это примитивнейшие устройства, которые слесарь дядя Кузя для этой самой для дачи делает за один день. В деньгах, а там ничего нет, кроме стоимости мотора. Мотор еще. Нет, это дисковые. А? Дисковые. Не-не-не, я про дисковые пока. Вот дисковые впервые. Нет, ну, а дальше пошли ухищрения, дисковые там и прочее. А вот те примитивные, которые работают, скажем, на моем предприятии, там вообще ничего нет, кроме старого списанного насоса, дюймовой трубы и все, замкнутые. И вот такой агрегат в нужный момент спасает от болезней, вот у нас на предприятии спасает от болезней людей, которые... Нынешние начальники подключаются к системе отопления, чем позже, тем лучше. А далеко не всем это приятно. Вот. Поэтому эти агрегаты врубаются, учитывая, что они еще и с системами теплового накопления очень часто работают. Вот это очень грамотное решение. Берешь бочку с жутким раствором, соли, самой обыкновенной, воды тоже. И ее нагреваешь, когда электричество практически дармовое ночью. И этот раствор держит до недели тепло. Это называется солнечные пруды, Норвегии их изобрели. И богатейшая страна Норвегия не стесняется в своих фьордах держать вот такие солнечные пруды. Туда сливают воду, а на дне фьорда очень соленая вода. Она держит. И городка через эту соленую воду проходит трубопровод, и городок обогревается. А уж, казалось бы, им-то чего. Другое дело, тут посыпались уже мелкие нюансы. Я сразу скажу, что моя позиция не безгрешная, я не интересуюсь рекордами. Потому что в инженерах нас учили, что если ты создаешь экстремальные параметры в этом контуре, ну, сильно турбулизируешь, задираешь так температуру, то ты заработаешь себе такой геморрой технический, что дальше некуда. Это другие, это специальные материалы, специальное обслуживание и так далее. Это становится стоимость. А если ты поставил себе задачку 70 градусов нагрева воды, то здесь вообще ничего не требуется.
Это одна из причин, почему я не озолотился. Потому что мои слесари быстро сообразили, что им совершенно не нужен никакой дядька, который показывает, как именно эту воду закручивать. И люди с четырьмя классами образования очень здорово и быстро это делают. Учитывая, что для дач такой источник отопления мечта вообще самого ленивого хозяина, потому что можно привезти и увезти с дачи в сезон, все это вот тоже очень важно. Теперь поехали по сути. Экстремальные направления вихревых теплогенераторов развиваются активно и сильно, но очень закрыто. Возглавляет их генерал Джанибеков, легендарная совершенно личность, очень яркая, очень и характерная. Он не такой уж старый, молодой вообще относительно. По крайней мере, выглядит очень молодо. Часть прошлого года. Да, и, ну, лет 8. И мы надеялись, что он все-таки захочет рассказать что-нибудь. Нет, он сделал частное предприятие в космосе, значит, кооператив, выкупил права на полезную нагрузку. Называется это его кооператив «Полезная нагрузка для космоса». Гениально все. И поскольку он это честно по договору выкупил, то он не обязан никому отчитываться. Это взбесило все академические круги. Потому что он туда, на орбиту, в рамках договора, вывозит разного рода агрегаты. Это не только вихревики, это вот знаменитый инерционный двигатель. Вот он прошел успешные испытания, месяц, по его словам, успешный. А он не говорит, какие. Это мое дело. Мой частный капитал. Я знаю, что он отправился в Кремль и пытался убедить начальство там по целому ряду пунктов. Наше прямое, так сказать, наше первое. Вот. Не знаю, по-моему, не очень. Но дело в том, что, по его словам, их вихревик вот с дисковыми этими штуками, вариант, по которому вместо завихрения традиционной улитки или дырочек, самое модное сейчас это поставить два диска и крутить их с бешеной скоростью с маленьким зазором. На пальцах это... Сколько там? Нет, все равно соответственно. Все равно соответственно. Нет, ну там разные нюансы, но важно, что зазор крохотный. И вот вода идет через этот зазор, а на пальцах ситуация такая. Физики давно знают, только помалкивают, что есть физика поверхности, а есть физика ядра. А есть жадность, или ум, или хитрость. Объедините эти два понятия. И тогда получается химия, физика, энергетика, вот такая смешная очень получается, когда вот в этом слое, это как бы пограничный слой. Но одновременно вовсе нет, он соответствует обычной влаге, собственно, обычной формуле воды. А дальше начинаются чудеса. Это жидкость, которая, это уже не вода, а термическая формула также. Это не вода, это на моем языке, как я это объясняю, это вода из ньютоновской переходит в бенгамовскую. Это два вида воды. Одна вода, все свойства в воде изотропны, это обычная вода, которую нас учили в школе, в институте и везде. И тебя в сумасшедший дом отправят, если ты будешь спрашивать, чайник ли слева направо или справа налево. А на самом деле при определенной обработке воды, в частности после этих дисков, вода становится анизотропной. То есть анизотропию ты уже по уму можешь использовать, если, конечно, повезет. Мне везло с переменным успехом. Я вот здесь в институте Крылова утопил корабли, потому что я хотел убрать сопротивление движения. Не удалось убрать сопротивление движения, но попутно они утонули. Это мне стоило 3 года тут вообще быть невъездным в город Петербург. Потому что так не бывает. Вы кусочек знания получили и убежали. Вот то, о чем мы сегодня с вами говорим, это очень важная штука. У нас тут не может быть кусочек знания. Получи по полной.
Ага, мы научились делать поверхность натяжения воды любым. Кстати, вот это мы можем показывать сколько хочешь. То есть Иисус Христос бегает по воде, это абсолютно, совершенно не трудно. Практически каждый из вас может это делать. Только бегать. Стоять нельзя никак. Но попутно появляются, почти как по сопромату, некие силы, которых мы как-то не готовы. Закон Архимеда пропадает, если кому больше нравится. Ни хрена себе вода без закона Архимеда. Да, вот такая смешная вещь. Ты разменял поверхностное натяжение на отсутствие закона Архимеда. Потому что в обратке температура бывает выше, чем прямой. Вот дальше начинаются всякие чудеса. Но у меня было несколько потрясений. Одна крупномасштабная. Крупномасштабная выглядела так. Зам Чубайса по науке прибыл на мою ту самую кухню, о которой мы сегодня вспоминали, в 7 утра, что всегда вообще задача. Причем он во всех фраках, а я в тапочках. И он по вихревикам приехал, по неожиданной ситуации. Вы, дураки, не знаете своего счастья. Так а в чем? А вот в чем. Это директор института РАО ЕС по экономике. Одна из причин больших денег стоимости тепла, это то, что все ТЭЦ построены ровно с двойкой переразмеривания. Ну, потому что ты ставишь ТЭЦ, ставишь генератор, тебе надо предусмотреть ремонт. То есть он должен остановиться, переключиться на второй. Другого не придумали. Ну, соответственно, плати. Теперь, значит, а что значит тепловой генератор? Это энергопоезд. Вот они быстро его нарисовали. Энергопоезд подъезжает к ТЭЦ, которую надо ремонтировать. Электричество бросить несложно. Они даже самый сложный вариант смотрели. И мгновенно увидели, что он все замечания по теплогенераторам, то, что они должны отработать 6-8 лет, чтобы заменить существующие способы получения тепла. А здесь ответ, не надо заменять. Это резервный источник тепла. В конце концов, два поезда. Они подошли, и за счет того, что они месяц теплом обеспечивают постоянных заказчиков, без переразмеривания, они окупаются за считанные недели. Понятно? Это касается не только громадных ТЭЦ. Это касается службы любого города, у которого есть такая задача, как резервный источник тепла аварийный. Тот, кто хоть раз присутствовал, как размораживается дом жилой, никому не во время мороза, никому не пожелаю. Это очень трагично и не смешно. Сегодня в Сызрани выпускают этот драндулет, который на 300 кВт на базе списанного автокрана. Поскольку тепла этот самый кран рано списывает, крановое хозяйство, а привод от мотора остается, 300 кВт тепла ты получаешь от кнопки. КПД там не считается. Вот надо понимать, что с КПД тут вопрос. Но если посчитать спасенные даже не жизни, а просто оборудование вот этих вот аварийных штук, то оно мгновенно себя окупает. Да, и надежность у такого сооружения уникальная. В шахтах, в опасных местах это прекрасно смотрится. Вот. Можно ли делать агрегаты вот а-ля Женебековские, Потаповские на 300-500 кВт? Отдельный вопрос. Значит, не надо путать эти самые мух с котлетами. И то, и другое нужно, но надо отдельно, если вообще смотреть. Вот, ну и еще про вихревики я там что-то еще важное хотел сказать. У меня самого там. В чем суть? Ну? В чем суть? Вот, сейчас. Забыл. Да. Ну, я надеюсь, я не прояснил ситуацию. Задачка не стала от этого менее скучной. А, конечно. А иначе бы все стало известно. Ну, дальше не интересно. А что-то было еще очень важное. Можно пока вопрос? А, вот. Ты пока вопрос. Вспомнил. Лично я очень нервничал, что мне не удавалось
хоть какую-то теорию. Для меня хотя бы приблизительно, ну хоть сколько меня устраивающе. Потому что теории, которые сейчас тиражируются, ну я не хочу их критиковать, потому что мне кажется, там нечем критиковать. Просто нечем. Ну, может, я ошибаюсь. Я вообще-то когда-то и теоретиком тоже был. Ну, стесняюсь этого времени. Так вот, на самом деле, дальше идет такая простая история. Нас учили очень хорошо в наших технических вузах. Поверьте, я по себе сейчас имею право это сказать. Я по свету езжу много, контактов много. Никогда не было стыдно за инженерное, научное, физическое образование. МИФИ, физтеха, там, МГУ, не было стыдно. Вот. А теперь я скажу вот что. Вдруг я обнаружил, что одним из способов, который прорывное дает понимание этих явлений, это сила Кориолиса. Так вот, кто помнит, что такое сила Кориолиса? Она анекдот считается. Это когда вы выдергиваете пробку в ванной, а вода закручивается. Если кто-нибудь что-нибудь понимает, то вот туда можно поставить эту самую любую турбинку, и у вас лампочка загорится. С каких? Как так? Это что за вечный двигатель? Значит, ну, причем, кому нужен побольше масштаб, придите на Волгу в районе Сталинграда. Один берег какой? Ого, какой высокий, а другой плоский. Это вот сила Кориолиса. А реально это означает, что если вы от одного, с одной стороны берега, там где высокое, бросите деревяшку, то она по наклонной плоскости поскользит и выработает энергию. За бесплатно. Так вот оказалось, что когда эти вихревые генераторы мы стали ставить по компасу, причем по компасу правильно, я не зря не поленился позвать человека, который знает, что такое девиации. Надо поставить не на север, не на полюс магнитный, а по меридиану. Там небольшая, ну как небольшая, заметная поправка, смотря где. Короче говоря, эта поправка, если ее еще выбрать правильно, то у тебя из ниоткуда в твоем вихревом генераторе идет добавок. Психологически это не передать. Это я заставил подписать госкомиссию. Правда, чтобы они были шелковые, я их вывез в Сочи. Там поставили эти агрегаты. И сами ушли. Дали им возможность вот похулиганить. Психологически не передать. То есть, оказывается, сила Кориолиса, принято считать, что она бесконечно маленькая. Она действительно очень-очень маленькая. Я не помню, сколько там нулей после запятой, типа 20. Коэффициент передачи. Но за счет локальных скоростей и взаимодействия с моментом, значит, идет взаимодействие с вращением Земли. У Земли гигантский момент. А здесь у вашей фигурки маленький. Но коэффициент в обратную сторону. В общем, можно добиться заметного эффекта. 2 года назад у меня возникли творческие отношения с одним из лучших теоретиков Советского Союза, русским. Это Владимир Степанович Летухов. Не член Академии. Его туда и близко выпускали. А у него в Академии, в его лаборатории сделано 3 разные Нобелевские премии. А он ни разу не номинировался. Это весь мир это признает, это везде есть. Это вот, в частности, это в Институте спектроскопии Академии наук в Троицке. Авторитет абсолютный у этого человека. Я думал, что он меня здорово поругает, выпустил на семинар, дал возможность это все. А потом взял и принес свою теорию этого процесса. Меня обозвал человеком, у которого мало фантазии. Так обидно. И сказал, да что ты какие-то свои агрегатики, что это за ерунда такая? Совершенно неправильно, по масштабам неправильно.
И взял, тут же нарисовал, а мы потом немедленно это сделали до чертежей и всего. Если взять трубу длиной километра, диаметром около метра, я почему это говорю, потому что это все газовые нефтепроводы, газопроводы, наполнить водой и дать ему закрутку, то с километра трубы около 300 мегаватт тепла. Ну пусть в радио, пусть оценка даст 30, ну потому что затраты нужны еще на закрутку, то ни хрена себе. Больше того, мы это немедленно рисовали для Москвы. Потому что есть труба, есть линия метро, практически совпадающая с меридианом. Туда закладываешь трубу, а ночью, когда лишняя энергетика отключается, эту энергетику можно потратить на закрутку этой трубы. Этого хватает на обогрев центра Москвы. Ну, то есть вопрос, понятно, да? То есть масштаб. Это я к тому, что эти вихревики далеко не сказали своего слова. И там началась уже и тонкости, в том числе инженерные. Ну, например, в такой трубе надо, чтобы была эта вода как можно более скользкая. Но мы этого достигли. Вот сделали как раз вот в Крыловом институте, поверхностное натяжение убрали. И, ну, можно сказать, на несколько порядков убрали сопротивление трения. То есть это вполне реальные вещи. Это вот не фантазия, это обсчитано. Это есть мои белые есть. И пошло по миру. Значит, так что вот думаю, что может быть кто-то нас более правильным путем пойдет и сразу будет смотреть. А действительно, вот подумайте, этот агрегат, да, трубопроводов, свободных от газа, которые уже больше не выдерживают этого, ну или не нужны становятся. Хотя специалисты говорят, для такого дела не жалко их положить, строго по меридиану. Ну, в конце концов, ты взял, положил и производишь себе эту тонкость. Почти всегда эти системы импульсно-периодически. Это еще одно ноу-хау, очень важное. А дальнейшая энергетика совсем не должна все время пыхтеть одинаково. Это вот одна из ошибок цивилизации энергетической, которая была. Это сочетание заставит взрыв работать через аккумуляцию своей энергии в стационаре, если тебе это нужно. Точно так же вот со всеми вихревиками, скорее всего, ситуация именно такая. Как только ты убрал вопрос, что он у тебя должен как часы работать в сочетании с другими, нас же заставляют сравнивать энергетику, которую мы придумываем, с той, которая уже существует. А зачем? Поэтому я вот внес такой параметр, как адаптивная энергетика. То есть энергетика адаптирована к тем понятиям, какие они не. Мы делаем новое не для того, чтобы заменить старое. Вот это принципиально. Не надо состязаться с паровозом. Паровоз прекрасная лошадь. Он прекрасный. Ее надо любить, лелеять и все светить. А вот, скажем, вихревик или вот эта вот труба, еще раз, давайте фантазию. Кусок трубы лежит. Ночью вы его закрутили, набрали этих мегаваттов, это тепло, перебросили в горячую воду, ну или там в горячий тепло. Причем сегодня понятие тепловые консервы очень актуально. Оно достаточно. Господи, говорим тепловые консервы, я в Индии там, ой, тепловые консервы. Ну это чего? 5000 лет вашим тепловым консервам. Обогрев Японии всех хижин – это кусок камня, который нагрели в одном месте и сюда принесли. И прекрасно живут. Не 1000 лет. Есть некоторые соображения. Сегодня сделают, пожалуйста, выставь над камнем определенный там, теплообмен какой-нибудь. И ты получишь еще и регулируемый температуру. Так здесь та же самая история. Кто мешает этот теплогенератор
запускать в сочетании, скажем, с теплоаккумулятором на фазовом переходе. Мы взяли, обогрели, превратили олово немножко высоко по температуре, галлий, скажем, превратили его в жидкий и передали в качестве, вот торгуете жидким галлием. Человек у вас его взял, у него с килограмма там чуть не мегаджоуль получается тепло. Спасибо, ребят. Да оно еще экологически чистое. Оно вообще там как положено по этой части. Ну, воды, 2 мегаджоуля. Ну так. А не больше, чем. 2 мегаджоуля. Значит, вот простая очень история. Мы, занимаясь новыми областями, должны быть прежде всего людьми из будущего. Вот надо, вот то, чем я занимаюсь, оказывается, бродкастинг, фазовая решетка за горизонт. То есть это локатор, только за горизонтом. Пытаешься увидеть, это трудно увидеть, ошибок много. Но при этом возникает шанс, если мы правильно увидели, то будет понятно, какую энергетику надо искать. Кстати, окажется, что искать не надо, она есть. Вот действительно, стоишь в Волге и что, не понимаешь, что эта энергетика огромная. Вы можете себе представить, сколько кубических километров несет Волга? Да вот вы просто этот коэффициент это хватит на всю Россию. А ведь кроме Волги есть и другие реки? Нет. Вот те, которые текут в неправильном направлении, они не могут быть использованы. Вот по широте никак. Могут, по-другому. Ну, это уже другая, да. Другая задачка. Но если задачка будет вот таким образом сформулирована, мне кажется, дает шанс. Это дает шанс. Я призываю не вычеркивать вихревые теплогенераторы, с уважением к ним отнестись. Все, кто желает, могут вступать в некую команду, которая не ставит задачку к понедельнику все понять, но продолжает это все ковыряться. Я считаю, что вот ваша смелость и занятие там, по поводу конкретного дома, где не будет никто лезть и ничего не ангажировано, честные коэффициенты посмотрите одни, другие, третьи, это очень важно. А то, что при этом, конечно, при первом же случае прям 100% позитив, ну и что? Вот, простите за такую ничего себе. Вопросы есть еще у Харькова? Пожалуйста. Первое. Я не женатый, да. А я что, если бы я сказал, я бы понял. Вопрос, все-таки результаты по Курчатику где-то опубликованы? По нашим испытаниям они опубликованы. Но мы опубликовали, как по требованиям заказчика, строго определенным образом отчеты. Ну, их можно посмотреть? Нет. Но для вас ничего невозможного нет. Тогда второй вопрос. Вы не получили больше 100%. Но большинство производителей, 15 производителей в стране сейчас производят питьевые генераторы. Говорят о коэффициенте преобразования больше единицы. Есть хоть один протокол, подтверждающий эту цифру? Я держал в руках десятка два таких протоколов. И к ним еще секретный протокол, который, например, вот у меня тоже было больше 100%, но я про секретный протокол сейчас скажу. Надеюсь, тот, кто мне платил за эти работы, время много прошло. Объясню. Один из главных пунктов безобразия, который сопровождает ошибку этих экспериментов, те, кто экспериментирует, они работают на косинус эфир. Кто-то понимает, что реактивная энергия. И дальше случается конкурс, и мы его поймали. Если этот конкурс считать вот для того, кто это делает, кстати, директор института вот это РАОС, он сказал, ничего, пускай воруют. Так мы все-таки не платим? Нет, пока это в малых масштабах, ну, я на пальце скажу, вот 50 Гц могут превратиться в 48. И, честно говоря, в нашей сети эти герцы гуляют, как хочешь. Большинство нет даже измерительного прибора, чтобы посмотреть. Службу, которая эксплуатирует, бессовестно в России не смотрит. Именно поэтому Финляндия у нас не покупала электричество, хотя уж чего бы ей-то, я привез.
Так вот, а можно эту разницу в частотах, по-ученому выражаясь, через косинус фи, превратить в энергию. Вот ее превращают. Значит, а и там КПД у нас тоже больше единицы. Суммарно реактивно-активное? Да, ну, конечно, больше. Это мы из себя корчили только как культурных. Значит, потому что мы не ставили задачку выкачать из сети. Тем более, что сеть институтская, она, ну, у нас там разные серьезные объекты стоят, поэтому контроль стоит неплохой. Но все равно не могу сказать, что мы научились это делать. То есть это учились, это когда технологии есть. Сколько ты отбираешь, как надо. Вот если хоть один честный протокол, без всяких там утверждений, который говорит, вот получили, затратили столько-то электроэнергии, получили столько-то тепловой. Я держал протоколы, штук 15, я сказал, в которых этот позитив присутствует. Но я их не проверял, а для меня поэтому они не являются ни честными, ни какими. А те, которые я сумел проверить, вот нарвались на косинус фи. Причем нарвались? Это реактивно померили, может, и получили результат? Но огромное большинство людей совершенно справедливо говорит. Вот я на даче. И мне очень выгодно. Я плачу мало. Он же платит меньше. И его никак не уговоришь, что он сволочь, потому что он портит, например, бытовые приборы в округе. Если вы косинус фи убираете частоту, то у кого дорогие приборы электрические, у них... Косинус фи это отставание реактивное. Связано, как не связано. Это частота, например, связана с косинусом. По определению. Вот, значит, а уж в трехфазном электричестве вообще сам черт ногу свернул. Я не беру себе объяснить, как это там. Короче говоря, за счет ухудшения качества электричества можно получать довольно заметную прибавку, которую нагло можно объявить тепловым. Ну понятно. Значит, а те ребята, которые занимаются вот типа Джанибекова и вот особенно железнодорожники, они вообще куда более честно себя ведут. Они говорят, а у нас там такого качества электричества в этих автономных районах, что у нас такой темы вообще нет. Значит, они автономные источники питания, там такие частоты вообще, черти что. Вот. Ну, короче, дело на прямой, нормальный вопрос, я отвечаю, доказанных для меня, я не знаю. А людей, которые убеждают меня, которых я знаю лет уже 15, много, я тоже не знаю. Я вежливо веду себя, я не знаю, я не обзываю ни Потапова, ни Фомицкого, я правда иногда обзываю. Кто знает Фомицкого, он такой очень заводной теоретик. Он утверждает, что все эти процессы идут через посредство холодного термояда. Второй вопрос. Это есть данные, что нагреватель кривой и нагреватель электрический просто через стены. Разница между ними потребляемой энергии при выходе тепловой одинаковая. Два раза. Так это или нет? Я таких данных не знаю. Если речь идет о шведском вот этом прямого нагрева, вот этого, да. Я ими немножко занимался и сразу погрустнел. Отечественное производство всех известных мне нагревателей прямого электрического нагрева, это фикция по причине того, что у них ресурс анекдотично мал. И мне понятно почему. Потому что идут большие токи прямо через воду. Я в своем доме, где у меня дети, никто не хотел бы иметь устройство, в котором это. А шведы идут на очень дорогие сплавы, специально отрабатывают вот этот нагреватель, но он и по цене, по-моему, там на два порядка дороже. А все остальные агрегаты это предполагают использование, резкое ухудшение во времени параметров. Ну, время понятно, но просто сравнение параметров самих не производили. А что там? Я настаиваю, чтобы эти параметры сравнивались в исторически длительной промежутке. Поскольку у агрегатов прямого нагрева честно падающая кривая, а вихревиков, кстати, нет. У них наоборот. Да. Вихревиков какая-то фигня, которую психологически объяснить
Вам никто и не брался. Значит, они с каждым днем и часом работают лучше. Ну и это всегда как-то так. Вот это агрегаты, которые стоят много уже даже месячные, они там вышли все-таки на какой-то режим, но все равно их очень не любят те, кто лаборанты. У них там ходит легенда всякая, что... Но это 50 киловатт, это довольно большие сооружения. Это вот они, ну, половину этой комнаты. На физиологию влияет. Физиология влияет. Почему лаборанты не тут? Физиология влияет. Физиология какая-то сопровождает. Волосы на нем стоят. И уходят. Вот и... Но отрицательно возникнет. Смотрят на кого? На зрителей падает. А, пожалуй, единственное, где шикарно все это идет на сегодняшний день и хорошо себя окупает, я выдам тоже тайные, мы как пройдет на эту работу очень прилично. Мы тепло не производили. А мы засыпали в этот контур всякую гадость, дерьмо, химические химикалии и так далее. Значит, до химического оружия не дошли, почти, имитаторы химического оружия очень удачно разваливают. То есть этот агрегат при определенных прекрасен для... вот договор практически сейчас в стадии уже чуть ли не массового. Дело в том, что у нас... Ой, чего только нет в Советском Союзе и России. В частности, никто же ДУСТ никакой, ДДТ. Его же никто никуда не верит. Миллионы тонн. Хуже всякого химического оружия. Лежат в самых глубинках везде. ДДТ прекрасно этим агрегатом уничтожается. И не только он, там много разных древних есть, которые... когда... Но работает это только у тех, кто понимает, что сдавать дороже, возить дороже. Ну, так такой агрегат разлагает эти вещи. Ну, типа фермеров. Это вот. Больше того, мы сейчас разрабатываем такой вариант, пожалуй, не сейчас, год назад, разрабатывали такой вариант, чтобы сделать мобильный на автомобиле и выезжать по районам, чтобы за неделю, за две уничтожать эту всю грязь. Вот. Очень охотно, очень здорово. Это, за этим большая перспектива. Но это стало выгодно, когда вот последние годы немножечко появилась тенденция, что штрафовать людей там настоящими деньгами, и вот это все это было. Виктор Федорович. Виктор Федорович. Один вопрос. КПД, коэффициент по летным действиям. Для самой системы. Нет, когда мы говорим о том, что запуск системы нет. Нет, не замечание. Так что вы зацепили два момента. Энергия, выход по энергии, да? Пока не забыл. ДДТ. Предлагаю рассматривать КПД. А кто ДДТ ведут, ребята? Я работал в цехе ДДТ. 50 лет назад. Заработал еще первый костюм в жизни, как раз работал.